Aastal ka tubusõlmine. Tulev aastas saab juba 160 aastaseks. Loodi siis eesmärgil. Loodi eesmärgil, et aretada Eesti tõugu hobust suuremaks. Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие. Но только лошади летают вдохновенно. И ночью лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей? Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, не летных животных летание. Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей?
процесс, когда надо. Процесс выделяет железо. И, конечно, вообще-то процесс кислотный там, и немножко это растение дадут вкус такое дерево, или такое дерево немножко. Но по сущности это вода чистая. Балтийское озеро после ледяного века было тут. После ледника, да? После ледника. Вот когда уже тут земля была. Тут осторожно везде. Красный кусочек сделал первую тупку. Ой, какая, это просто как индейская. Сейчас. Ой, спасибо. Идите. Вот так высоко поднималась вода в 210 году. Ночью все-таки, если люди не двигаются.